Ну вот у нас сегодня последние сутки начались на нашем прекрасном острове Санторини, в этой мельнице, в которой мы живем. Я говорила уже, что всего 2,5 дня мы были с людьми, как-то вот себя чувствовали, что мы не одни, а все остальное время мы постоянно одни. И если люди платят 1000 евро за сутки, чтобы так называемый получить собственный бассейн, то у нас тут точно собственный бассейн, вот он. Никого тут нет в этом бассейне. И собственные лежаки. Вот. Все собственное. Какой, ты нырять умеешь? Нет, я не умею нырять. Ну ты чего? Вот. Я не могу. Так здорово, вот реально. Неделя на Санторини, да, получилось у нас вот 7,5 суток мы оплатили 690 евро. Вот неделя тут. Прекрасное место. Сейчас муж ходил, договаривался с администратором, чтобы мы остались завтра после 11, потому что у нас самолет только в 7, а получается, нам в 11 надо выезжать. Тут такие правила, да, что... Ой, какашка в бассейне плавает. Какая какашка? Нет, это листочек, что ты болтаешь? Вот, получается, что нам нужно остаться здесь еще несколько часов, и администратор сказал, да, заплатите 60 евро и можете оставаться сколько хотите, еще один день. Вот, поэтому мы заплатили и все. Вот так же есть, можно остаться, никто же не будет проверять, хоть до утра, до следующего. Конечно, конечно, да, все это. Он сказал, меня здесь не будет, ключ оставите в... на столе, просто в мельнице. Вот. Муж спросил его, как вы тут работаете, до какого времени. Он сказал, что сентябрь весь работают, вот до конца сентября они будут работать. В октябре уже по ситуации будут люди, не будут. Если не будут, то работников будут перебрасывать в другие отели работать. Вот. А потом все закрывается в октябре, все напрочь закрывается. И до самого апреля тут никого нет. Зимой, говорит, здесь очень влажно, снега совсем не бывает. Погода паршивая, плюс 10, вот, ветрено очень сильно. Ну, в общем, никакого кайфа, никто не приезжает в это время. Приезжают вот исключительно полгода вот эти вот, с апреля до сентября включительно. Вот, и мы, оказывается, попали в самое прекрасное время. Я вот могу сказать, что вчера ветер не давал прям возможности наслаждаться, да и сегодня не сильно жарко. Я вот, например, каждое утро выходила сюда, вот эти предыдущие дни, сижу там и думаю, ой, пойду в бассейн, сполоснусь, освежусь. Сегодня освежиться не хочется, прохладненько так, вот. А муж уже освежился и говорит, холодно, холодно, холодно. Вот, хотя сейчас плюс 26, но вот ветер такой, видно, он не дает такому давать ощущению зноя. Никакого зноя сейчас нет, вот просто так кайфово. Вот. У нас сегодня план дойти до пляжей, которые тут после Камари на той стороне. То есть вот гора, на которую мы поднимались, да, древняя Фира, вот эта гора, там поселение было, говорят, проверить невозможно. Вот. И если спуститься с этой горы, то там будут вот те самые кайфовые пляжи Санторини. Почему кайфовые? Потому что за горой нет ветра. И если нам удастся, то мы сегодня тоже туда попадем, и я расскажу про эти кайфовые пляжи и покажу их. Всем привет, Санторини!